Конфликт культур и конфликт цивилизаций предопределен свыше, заложен Творцом, или это порождение эгоистических желаний людей? А это одно и то же. Творец управляет нашим эгоизмом, поэтому говорить о том, что это предрасположено Творцом, все сделано заранее, или это ведется через наш эгоизм, это одно и то же. А кто же управляет нашим эгоизмом, если не Творец? Он сам работает, ничего в природе не управляется, не делается само, мы находимся в системе, которая называется природой, которая всем управляет.